что отправляемся туда. Вон здесь они находятся. Опять здесь появились. Так. Так, готов. Там еще один. Патрон истратил. Ох ты! Чуть рванул. А, жесть. Бегом тогда обратно. Так, 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 где у нас там? Здесь срочно синюю траву. Все отлично. Отправляемся назад. Надеюсь, они там не появились снова. То это будет фиаско. Отлично, их нету. Это меня радует, очень радует. Все, теперь лифт работает. Блин, сколько у вас тут? У этой, у зомби женщины, кстати, такая же куртка, как у Клэр во второй части. Блин, патронов-то пистолета вообще кирдык. Кто-то еще живой. Вот. Жилетка, похоже. Так, что-то подглючивает. А вот и бомба, можно было их бомбой взорвать, блин. Патронов бы меньше истратили. Закрыто с другой стороны. Либо вообще можно было пробежать их и не трогать.
Ну ладно, как говорится, после драки кулаками не машут. Итак, мы попали на электростанцию. Зал управления высоким напряжением. Замок откроется при подаче 115 вольт тире 125 вольт. Зал управления низким напряжением. Замок открывается при подаче 15 вольт 25 вольт. О, вот это ништяк. При работе с трансформатором не забудьте установить передатчик в ручной режим. Эта старая система склонна к коротким замыканиям. Следите за уровнем тока. Перевести устройство в ручной режим. Это трансформатор, подающий энергию в комплексе. Повернуть выключатель. Итак, сколько там у нас? 15-25, да? 60. Так, окей, ничего не произошло. Делаем по-другому. Так, так. Отлично. Предохранитель. Мощный предохранитель используется в больших машинах. Так, пришли к нам гости там. Так, нам дается два варианта: идти к аварийному выходу и повысить напряжение. Давайте повысим напряжение. Арбузики. Так, у нас еще комната здесь закрытая. Сколько там? 125-115. Давайте попробуем. Красный, красный, синий, красный. Здорово. Гранатомет. Вот эта штука. Очень отлично. Прям очень. Гранатомет HKP. Небольшой гранатомет. Разработанный специально для полиции. Стреляет разрывными гранатами. Все, теперь можно уходить. Что, сейчас сбегаем в сейв рум. Сделаем патроны для магнума. Thank you.
Так, выбираем предохранитель. Текс. Давайте пока гранатомет тоже уберем. Берем такую красную. Еще одну красную. А, саму машинку-то не взяли мы. Так, так, так. Сначала объединяем так. Потом объединяем вот так. Так, как там? C плюс C плюс C, да? Здорово. Ну и можно сделать еще патроны для... Так. Для гранатомета, наверное. Ну или хотя... Хотя нет. Пока не буду ничего делать, оставлю C как есть. Такс. Что еще нам надо будет сейчас? Так вот. Или нет? Ладно, вроде как все. Ну а теперь отправляемся за маслом. Точнее, за химикатами, чтобы разбавить масло, сделать его лучше. Такс. По-моему, сюда нам. Да, надо шланг, по-моему, открутить. Вроде как, если я не ошибаюсь. Так, зомбированные тут ходят. Черт, патроны кончились. Еще встал. Окей. А, зажали, блин. Так, 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 так. Давайте. Я вас так здесь просто не оставлю. Че рассыпную-то пошли? Труп. Блин, жалко на них патроны от дробовика. Ну, что делать? Ах ты! Так,
Отлично, гранаты взяли. Ой, как жалко, ой, как жалко. Так, ничего нет интересного. Давайте сбросим гранаты. Такс. Что я хочу предложить? Нужно вот так вот сделать. У нас тут 15 патронов есть, чтобы не тратить дробовик. Так, надо открутить сначала шланг. Он пригодится. Взять предмет пожарный шланг. Больше не нужен, не нужна эта ручка. Выкинуть ее. Так. Шланг для пожарного гидранта. Ключ мы выкинули, он нам не нужен больше. Ух ты! Так, давайте-ка их пробежим. Ах ты, насранка. Псины еще там. Так. Что, надо тогда взять аптечку. Цапнула все-таки. Одна из собак. Пока принимать не буду. Походу посмотрим там. Такс. Отлично. Все, ничего нету, ни патронов нет. Там еще в дальнейшем надо будет сходить в самое начало игры. Это после уже того, как исследуем эту местность. Так, взяли ручку. Ручка с квадратным концом. Давайте. Да чтоб тебя! Опять отравили. Еще одна. Давайте с ней.
разберемся. Отлично. Там была как раз синяя травка. Возьмем ее. Давайте сразу используем. И возьмем пистолет. Вижу, в окне зомби колбасит. Так, здесь у нас нету ничего.